Огромный привет всем тем, кто меня смотрит сегодня. Видео с распаковкой, посылки, косметики. Многие мои подписчицы любят смотреть на то, как я получаю какую-то косметику. И сегодня я вас познакомлю, может быть, с новой для вас косметикой. Это индийская, аюрведическая, натуральная косметика. Мне заказ пришел вот в такой вот коробке. Я при вас ее буду распаковывать. Заказывала я эту посылку на сайте beautybody.com.ua. И могу сказать, что вся посылка пришла в отличном состоянии. Сайт работает исправно, быстро, и доставка буквально я заказала, и оно мне пришло на следующий день, потому что она из Киева. И могу сказать, что порадовал меня этот магазин, потому что очень интересно оформлено все у них там на сайте. И вся продукция достаточно интересная, необычная, качественная. Я уже некоторые из этих продуктов пользовалась, некоторыми нет, но догадываюсь о том, что это как раз то, что я искала. Для начала покажу, что я заказала. Это первая была зубная паста Red фирмы Dabur. Я ее когда-то уже, вернее, не снимала даже, а писала о ней отзыв. Возможно, если не забуду, оставлю ссылочку внизу. Паста очень классная, натуральная, и она абсолютно не похожа на те пасты, которые вы покупаете в обычных магазинах, потому что она не мятная, а такая напоминает специи. Она такого кирпично-красно-коричневого цвета, я не знаю, видно вам или нет. И она очень круто освежает, то есть кажется, как будто бы ты чистишь зубы, там какие-то специи намешаны, но когда водой промываешь рот, то ощущения очень приятные, и те, кто не любят мяту или им она надоела, могут попробовать вот такую пасту, и они будут, мне кажется, в восторге, потому что я была от нее в восторге. Очень необычная, классно воздействует на зубы, и эмаль от нее не болит, как бывает от таких вот мятных сильных паст, когда начинают ныть зубы и что-то такое неприятное, то эта паста универсальная для всей семьи, и я вот в таком большом формате ее заказала. Следующее, что я заказала, это кокосовое масло для волос. Я обожаю кокосовые масла, вы уже видели предыдущие мои выпуски, где я рассказывала, как я делаю маски для волос на основе кокосовых масел или смесь кокосового масла с другими маслами. И могу сказать, что кокосовое масло, оно универсальное, потому что его можно наносить как на всю длину волос, на кончики, так и втирать в саму голову, в луковицы волосяные. И от этого волосы становятся гуще, от этого они становятся более блестящие, менее секущиеся. И в целом, я когда ездила в Шри-Ланку, и мне говорили о том, что у них кокосовое масло пользуется, втирают в волосы не только женщины, но и мужчины, и я действительно обратила внимание, что в этих странах, и я думаю, что в Индии точно так же, этим маслом не пренебрегают даже мужчины, поэтому я взяла, но пока еще ничего сказать не могу, возможно, потом сниму отдельное видео про это масло и расскажу вам свои впечатления. Но я думаю, кокосовое масло, оно не должно подвести. И третье, что я заказала на этом сайте, это вот такое вот молочко для снятия макияжа, очищения лица в формате в таком большом, 200 миллилитров. Еще пока не пробовала, не пользовалась, но по аромату приятное. Опять же таки, возможно, сниму видео, где расскажу, понравилось или нет. Но в любом случае, я думаю, что аюрведическая косметика мне должна понравиться, потому что до этого я покупала похожие косметические средства, и мне они очень нравились. Что еще мне тут надавали в упаковку, в коробочку положили разные брошюрки. Кстати, на сайте нашла еще интересные такие вот из хны краска, не краска, написано хна, а аюрведическая. И тут я посмотрела, что действительно она натуральная, то есть те, кто любят красить волосы или просто есть даже бесцветная, то вот можно поэкспериментировать. Я так хотела, чесались руки заказать хну, но я понимаю, что я пока не готова, а вдруг покраситься в какой-то цвет, и даже если брать прозрачную, не знаю. Может быть потом склонюсь к тому, чтобы заказать, потому что тут выбор именно хны для волос просто нереальный, огромный. Ну и в целом мне было интересно, как работает магазин, потому что заказ я делала впервые, то поскольку все отлично, то возможно теперь буду уже
не бояться и заказывать смело дальше. И вам буду рекомендовать, оставлю внизу в описании ссылочку на этот магазин, поэтому, если вам интересно, заходите, смотрите, заказывайте. Сегодня только одну посылку вам покажу. Пишите в комментариях, любите ли вы видео с распаковками посылок, ждете ли вы продолжение видео о том, понравились мне эти косметические средства или нет. А мы с вами на этом будем прощаться. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.